Ну, начинается. Только вот почищу площадку и, блин, погнали. Сейчас попробуем его толкануть. Здесь нет, не получается, забуксовало. Заметает зима, заметает. Фуры растащил сейчас. За ними надо убрать. На завтра еще снег обещает. Коллапс у нас снежный. Везде снегу. За два дня как начало валить. Так вот. Погрузчик вот стаскивает. Идет не берет его. Нарисовалась сантиметров, не знаю, 20-30. Сейчас ее надо содрать. За всю зиму ни разу не чистили. Сейчас надо все содрать это. Будем работать. Какую-то работу мы не делали, все равно мы сделаем. Купил масло, двигатель и антифриз купил. Тут что-то у меня начал погрузчик немножко сапунить, приходится докупать. Дядь Лёня там что-то конструирует, надо шланг на 18 сантиметров 50 длиной и на 14 вот нашел. Обратка какая-то это. Сейчас поедем посмотрим, что он там конструирует. Так, погнали, дядь Лёня. Ну как, получается хоть что? Все нормально? Понял, что? Как нам надо будет? Получилось. Котлец видно? Да. Ага. Супер. Если что, потом увеличим. Ну вот понятно. Больше сделать, не меньше. Так, пойдем туда. Так, ты покажи, что ты тут изобретаешь-то вот. Вот сначала он вот эту разобрал. Наш пресс, который я ковыряли с маслом. Знаете, что он придумал, ребят?
Ну, Костя, рассказывай теперь, что ты тут придумал? Какой-то мотор притащил. Мотор. Вот сюда сейчас надо выточить. Сюда надо сейчас выточить с наружной диаметром резьбу. Вот так вот. Видишь, какой механизм очень этот. Такой, который не разорвет на тачке. А в любой момент... Убавлять давление? Убавлять, прибавлять, да. А-а-а. Нет, это открыл и... На сброс. На сброс, да, вот так вот. А-а-а. Так вот у меня запланировано. Понятно. И сюда. А там что за клапан у тебя вон на этой? Это в верстаке. Это вот я этот клапан снял, который... А, который здесь был? Да. Но он сразу это... Электрический. Он на два цилиндра шел. А-а-а. То есть... Ну, понятно. Надо, чтобы включил, он поднимает. Джук, установил. Он сразу резко включает, он только два. Ну. Два шланга. Все понятно. Ну пока в сторону, вот это. Че? Это дополнительно сюда питание заводить. Понял? Ну надо одновременно, чтобы это и клапан сразу включался. Чук, жжук, жжук. К чему, когда можно вот здесь вот просто поставить тумблер? Нет, чтобы остаточное давление, которое будет, оно будет назад. И чтобы этот мотор назад он не крутился, клапан срабатывает для этого. То есть жжук. Подняла, а когда ты кнопку отпустил, он в обратную сторону начинает. Не знаю, закроет, нет. Не, ну вот клапан он для этого ставится. Эту заглушку надо делать. Надо смотреть, как он работает вообще, принцип у него. Ну давай сначала с этим попробовать, а потом уже будем чем устрячить. Да. Ну, все тогда. Как бы уши, сейчас надо посмотреть отверстие. Вот здесь вот. Угу. Здесь посверлить отверстие. Лишнее. Не варится сок на полдюйма. Ну все понятно. Он так торчать, чтобы он... Вот так. Ага. Да. На него накрутится вот эта штука. Блин, у нас там аппарат будет такой, что... Не знаю, видно будет. Видно будет, да? Ладно. Еще дядя Леня нашел место этому станку уже, определил, то он был там у него стоял. Сейчас сюда. Так, все заработал. Ну это все уберется, лишнее. Фреза тоже пока не пробовали ничего. А так-то вообще получилось суперски. И здесь можно будет еще подключить, будет этот больше-меньше регулятор, вот этот будет работать. Все вот так одни обороты будут? Ну и то уже все заработал механизм. Вообще сделал станок на 12 вольт. У него там выпрямитель есть. А все остальное там останется резервным пока. Ну а потом как бы до ума доведет, вообще четко будет. Уже место есть, работать можно. Так что будет станок 12-вольтовый. Ну что, на сухую еще ездить? На сухую? У нас всегда все в России на сухую. Она все подмазывает его. Ну все, сейчас будут все суперски. Так-то вон место ему нашел, смотри-ка что. Стол откуда-то пластиковый. Что он, пластиковый, да? Пластина какая-то пластика. Где-то нашел уже. Че, все четко? Получилось. Отверстие получилось. Отверстие. Которое будет ставить вот здесь вот. Здесь будет замок. Когда надо, раз, в обратку ушло масло. Так я думаю. Сейчас надо вытащить сюда вот резьбу. Угу. Вот такой вот. У меня-то был он вот такой, вообще поменьше. И на нем вот так плоский этот моторчик. То есть вот этот гидромотор плоский такой, и этот моторчик такой был. Где же его взять-то?
В магазине. Ладно, эксперимент проведем, и там будет видно. Мне-то вот, честно говоря, больше вот ручная, честно говоря, нравится. Я попробовал последний раз покачать до конца. Долго. У меня рученька чуть не отпала. Она не тяжело, но она долго просто, да? Да. Ну, так-то она вообще идеально, ровненько работает, легко. Ладно, все, не отвлекай, пошел я. Ну ладно, я чайник поставлю-то. Ну, все, я пошел, чайник поставлю. Если у него тут... Так, здесь у него приборов все больше и больше с каждым разом. Ты все ящики уже перебрал? Нет еще? Или там еще в гараже есть у тебя? Нет, по-моему, у тебя там где-то я еще видел, в ящиках все лежит. Ржавеет, надо достать только. Нету. Нету? Все, что наше, это непосильно. Все разрожено. Ладно. Ну, нормально так сделал. Прикольно. Тут, а что у нас? Советские деньги кому надо. Так. Все по фэншую. Болтики, шмольтики. Ой, эти. Резьбу нарезать, болтики. Шмольтики. Опять. Эти где-то взял. Коробочки. Так, масло. Масло охлаждается. Ага. Ну все. Так. Тут опять что-то он крутит. Я что-то придумал. Штуцер какой-то будет точить. Ты как это? Магазин снимает передачу? Ну. А как? У нас прилавок, у нас как в магазине. Вон, прилавок есть. Станок есть. Токарь есть. Сашка здесь. Сема. Я же за станок зашел. Надо не портить пленку. Ну, ладно, не буду портить. У меня там еще чайник стоит. Ну чай-то будем сегодня пить? Будем. Все, ладно. Видите, он не любит, когда я ему мешаю. Ладно. У тебя этот так долго крутится? Точильный верстак. Ну, не, хорошо сделан. Советская сборка, да? Или Китай? Ладно, не будем мешать. Быстросъем на куне. Вот, ее надо сейчас здесь рассверливать. Вон эту херню. Развертку взяли. На 60. Тут 58. 58. Тут трубка надо стачивать. Тут тоже трубка. Ну, что делать будем? Надо сделать. А трубу ты привез? Ну, труба на 60, ну все. Тогда что? Чем будем заниматься с тобой? Нафиг что надо? Чай пить. Пошли чай пить. А что нам делать? Работают, я пятью. Все, и колотите вот это. Никто еще больше не хотите? Ну, все.
Агрегат пошел в работу. Да. Вообще. Все, получилось? Супер. Я ж тебе говорил, получится, а ты мне не верил. Тут и была. Так. Так, это пока не сильно нужно. Так. То жарко, то холодно ему. Сюда. Это на сброс давления. Это на сброс давления. Ну, я бы, конечно, шарик бы поставил сюда. Но пока такой будет у нас. Для испытаний, я думаю, пойдет такой. Суперский будет. А сюда у нас рукав высокого давления. И туда. Что, мы сейчас даже испытаем, наверное, с тобой? А? Может быть, даже да. Нет, Лёнь, ты вообще красавчик. Я к тебе на 5 минут заеду, а уже за окном темнеет. А, дружище? Ты вообще такой заманчивый друг у меня, к тебе на 5 минут приедешь, чайник выпьешь. Да-да-да. И за окном темнеет. Вода привозная. Колодезная. Не колодезная. Чем мы тут экономим? Наматывай, не жмись, а. Чтобы не мешали взять лишние лохмотья. У тебя лицо такое серьезное, когда работаешь прям такой... Я по мелочам не отвлекаюсь. Понятно. С смехушками, как ты. Ну, ладно, я сейчас еще побалдею, чтобы не получить главное. А так-то все нормально будет. Блин, досконально прям. Вот так намотал, тяп-ляп сделал. Нет, он все прям досконально все делает. Нам уже испытать или мы так и это. Да что испытан, то и остается. То и остается, то надолго, да? Ну ладно. И там? Я и там, и тут, я везде. Я же сегодня видеорежиссер. Сам себе режиссер. Ты бы лучше ключи подавал. А это... А потом что? Принеси, подай и иди, не мешай. Но я не материться-то не буду. Мужики-то знают пословицу. Уже кто-то ввел. Что там опять у тебя ввели? Что-то потерял. Что-то опять потерял. А, ключ разводной. Любимый ключ. Вот, все, вылетело. Все, красиво получилось. Среднюю еще.
пошла. Все, вылетело. Ну все, Костя, ты красавчик. Готово. Все готово. Все, сейчас разверточку берем и разверточка. Что у нас, на 2 миллиметра же, да, разница? Разверточка, капец. О, нифига себе. Сразу две прогоним. Так, сейчас. Блин, нельзя прилично одеться, а. Металлолом, Костя. У тебя металлолом куда бросает, Лёнь? Металлолом куда бросаешь? Рядышком? Все, болгарка нам не нужна. Сматываем. Сейчас мы будем сверлить. Экспериментальная модель у нас подходит. Так, бак висит. Мотор. Обратку нам надо. Обратка, шланг. Шланг, рукав. Сюда. Потом вот сюда. Вот здесь надо зажимчик сейчас. И сюда. Сейчас фумутики. Два фумутика. Да-да. Фумутика. Фумутика. Фумутик, так, а этот... Сейчас же гульме-бегульме, рушим, брат, бум, бздынь будет. Так, это сюда, так, рану прикрутили, смотря какая рана, профиль залечишь. Так, жигульме-бегульме. Блин, такой ключ суперский вообще. Так, интересно, с какого шва сразу побежит? Надо делать ставки. Сейчас сюда еще хомутики принесут, масло. Так, шланг, рукав высокого давления. Сюда. Так, опять любимый ключик. Блин, я уже весь изморался, а нельзя прилично одеться. Что за работа? Так. Все, сейчас два хомутика, масло. И давим на эту штуку. Все, у меня готово. Он где-то исчез опять, а? Что с дедом делать? Куда он делся? Так, не работала клемма у нас, блин. Не прошел у нас фокус. Сейчас мы его сделаем. Тут тебе надо со своим... А как ты хотел? Все зафиксировать. А то как мы, блин? Жигульме-бегульме не получится у нас. Что, пробуем? Ну да. Так, что, готов? Так, технику безопасности, очки одел. Так, вот это загадка. Не замкнуть. Готов? Включай. Так. Видел, как быстро полетел? Ты не видел? Стоп, вообще быстро. Так. Ты затягивал? Да. Общаться будем. Так. Что, пробуем? Ну, сейчас мы переделаем, да, просто. Вот смотри на этот шток. Теперь открываем, сейчас должен туда сосать. Видишь, пошел, быстро пошел причем. Все хорошо, ну, почему? Сейчас мы его сделаем, мы сейчас фум-ленту туда, под это. И все, главное. Ну-ка, за опять парчик. Красавчик. Нет, заработал. Ну-ка, пусть это прогоним, может, воздух. Пусть это открытый будет, ладно?
туда будет. Он сейчас туда будет? Понял? Хорошо бежит туда. Это ша 10 же, наверное, да? 10 литров в минуту, значит. Это 12 вольт, а если 24 подсоединить, как будет, да? Представляешь? Представляю. Я вот что думаю? Что, откручиваем? Подожди, я что думаю? Чтобы еще убавить вольт, ну, вольт 8 можно ведь оставить. Оно потише будет давить, но... Цепь надо включить лампочку на 220 или на 36, чтобы как бы сопротивление было, понял? Нет, а я думаю, знаешь, что можно еще сделать? Смотри, ты вот здесь включил, обратка у тебя включена, вот смотри, как сейчас. Вот, он у тебя обратку не давит. Вот обраткой раз ему давление придавил, он пошел. Раз. Да, вот этим, то есть пусть он гоняет, а вот экран правильно сделал, раз, убавил. Открыл, он обратно будет сейчас. Вот, регулирует. Хорош там лежит. Вот эту включил, а вот этим добавляет гранчик. Ты правильно сделал. Ты вообще старчик. Красавчик. Да, работать надо. Да, я не думал, что это кран. Почему? Ты все равно приедешь. Почему на завтра? Давай уже доделаем. Сейчас нам что, вот это снять? Маска еще, да? Нам, в принципе, вот это доделать. Сейчас она, чтобы ушла, сядет. Да, ну открой ее. Сейчас. Пусть убегает. Это он, видишь, это была пружина растянута, осталась, она видимо так растянулась, да? Ну, что назад не взять. То есть надо разобрать эту пружину, резануть. Чтобы она до конца спустила. Я вот пробовал до конца спустить. Зацепить близко. Там уже вот это видно, что это, как бы сказать, меньше тяжести пошло. Вот тебе. Обязательно тут надо было. Конечно надо, я же смотрю за тобой сейчас. Так. Блин, мы уже изругались тут из-за этого шланга. Шланг прикинулся. Все нормально пошло, сейчас бы как даванули. Ладно. Давить-то нечего. Делаем. Что, подсветить? Агрегат готов. Готов. Так. Вторая попытка. Технику безопасности. Очки одел, варежки одел. Не, так как что, оно само ослабится. Не, как уходит, да, он, смотри, нормально. То, что, конечно, то он сосик. Что, все у нас там перестало уже? На наше давление замерять. Ну, сильно сильно. Короче, сначала кран открываешь, включаешь эту, а потом вот этим давишь кран. Что, будем пробовать, нет? А что давить-то? Хоть это нет, это я даю, да? Это конкретный упор, блядь. Ну ладно, в принципе. Да, все еще. Так. Надо что-то, подожди, не дергайся. Здесь сильно не дергайся. Раздавил, нет, что ли? Да хоть что-то, чтобы хоть посмотреть, как давит, что давит. Жалко, конечно, нет. Вот он поменьше, если. Давай. Кусочек сверлить хорошо. Ну так
этот расколет сразу. И да, пускай, да. Ну вот тогда вот так. Готов? Нет, наоборот, не закрывай, открывай. Когда открытый, открывай. Маленько, давай. Вот. Теперь будешь сам, да, берешь. Масла не хватает. Масла много, да. Ну, давит хорошо. Вот теперь вот, вот так вот регулировать. Да? Нет, классно. Смотри, он сдавил ее. Ну, это еще неизвестно, как давится. Ну, замерить-то, видишь, у нас этого нету. Манометр. Нет. Ну, главное, сейчас не бежит, не бежит он, ничего. Давит, моторчик расслабляется. Напряг, моторчик бежит. Ну, много, но... Много масла подлеет. Что-то масло свет теперь не выжил. Агрегат запустился. Всем лайк. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока.